Ежегодно миллионы советских людей справляют новоселье. И, конечно, первое, что приобретают новоселы, это мебель, осветительные приборы, холодильники. Холодильников у нас в стране выпускаются ежегодно миллионы штук. В магазинах их много и разных марок. Но до сих пор дефицитные холодильники, выпускаемые на московском автозаводе имени Лихачева. И что примечательно, меняется внешний вид, габариты, конструкция. Неизменным остается одно – их высокое качество. А достигается оно ответственным трудом каждого на своем участке. Эстафету рабочего мастерства ветераны производства, такие как Михаил Федосеевич Виноградов, передают молодым. И ему есть чем поделиться с молодыми рабочими. Михаил Федосеевич – ветеран труда, ветеран партии. Здесь, в цехе, он трудится более четверти века. В редакцию газеты «Московский автозаводец» поступает очень много писем от людей, купивших наш домашний холодильник с маркой ЗИЛ. Сейчас я вам зачитаю. 1 апреля 1984 года исполнилось ровно 30 лет со дня покупки нами холодильника марки ДХ-2, пишут в редакции супруги Фролова, проживающие в городе Саратове. Все это длительное время ЗИЛовский холодильник служил нам отменно. Это, на наш взгляд, и есть яркий пример того, как надо бороться за высокое качество товаров народного потребления. Поэтому наша задача, чтобы поддерживать марку ЗИЛовского рабочего и продолжать выпускать наши домашние холодильники только отличного качества. Это дело нашей рабочей совести. Эстафета качества продолжается. Она в надежных рабочих руках.